Привет, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу немножечко на тему патриотизма и налогов поговорить. Совсем недавно вот мы видели, что у нас тут патриоты, все такие патриоты, все запутинцы, и Крым и наш, и Обама чмо, и значит там можем повторить и так далее, и так далее. И большинство населения как раз именно такие вот запутинцы, и порвем вообще Америку, все, так сказать, можем повторить, вернем Аляску. Вот. Но с другой стороны, только что вот прошел только слушок такой, что могут ввести 13% НДФЛ на переводы с карт. Ну, я опубликовал видео на тему о том, что, да, вроде, так сказать, ну, как бы нелогично и вообще, так сказать, не о том. Вот, не будет этого, но комментарии просто захлестывали. Да какие налоги, да ни за что, да вообще, значит, я этому государству ни цента не дам. И я такой, вообще, ребята, вы что, значит, это самое, вы либо трусы оденьте, либо крестик снимите, ну, либо туда, либо туда. То есть, если мы собираемся кого-то порвать или повторить, то давайте вспомним, что армия существует на наши с вами налоги. Если вы орете, что у нас медицина плохая, а сколько вы за нее заплатили налогов? Медицина существует на налоги, образование существует на налоги, пенсия. Вы много платите? Отчисления на пенсию. То же самое. Ничего. Вы ушли бы туда, либо туда, ребята. То есть, если вы говорите, что вы за Россию, там Россия вперед, мы всех порвем, платите налоги, и тогда Россия всех порвет. А если вы не платите налоги, такую страну и получаете, такое правительство. Вот такое наблюдение. Вот мне интересно, а что вы по этому поводу думаете? Напишите в комментариях свое мнение, как вы считаете. Надо платить налоги или нет? Спасибо. Подписывайтесь на мой канал.